Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить Legend of the Sky The Third. И сегодня мы займемся теми самыми делами, о которых нам говорил Кевин. Поехали. А? Ну кто-то был, что ли? Мёдана. Дарека не мирарете на. Странно, такое ощущение, как будто меня кто-то наблюдал. Май, тот-то-то хазмер то сё. Эх, неважно. Есть работа. Мезасу а кампандекки но саки. Сайжоукай но прайвейто рум да. Его личный покой находится на самом высоком этаже корабля, на другом стороне, на другой стороне палубы. Время выдвигаться? Того. Здрасте. Окек-сама, чоутайжоу о мочи дешоу ка? Могу я просмотреть ваш пригласительный билет, сэр? А, коре но кото кана? Вы об этом? Мужчина в маске легко, бегло презентовался, показал его пригласителя. Прошу прощения, сэр. Это всего лишь мера предосторожности, чтобы обеспечить безопасность наших прекрасных гостей. Не переживайте, я понимаю. Если это лучше сделаю музыку чуть-чуть потише. Вот так, наверное, будет нормально. Что ж, прогуляемся по кораблю, наверное. Наша любимая рубрика Эстель... Кевин гуляет по кораблю, да. И наша любимая фраза сундуков, разумеется. Сундук с сокровищами раскрывается... оказывается искусственно сделанным мимиком и облизывает вашу ничего не подозревающую руку. Лучше подойти, отойти от него подальше и обработать его дезинфекцией. В смысле спойлерю? Ну и так очевидно, кто это, даже по озвучке. Ну, лол. Я должна сказать, что я восхищена. Чай довольно приятный. Приятно видеть, что здесь такой высокий уровень обслуживания, который достоин цены, которую мы заплатили за то, чтобы попасть на борт. Эти авиакорабли определенно комфортный способ перемещения. Нужно попробовать и путешествовать на них чаще в будущем. Why not? Какая классная библиотека. Это библиотека Лузитании. Я надеюсь, что вы насладитесь вашим временем здесь. Спасибо. Кстати, я возьму теперь за правило исследовать вообще все в кисиках, насколько это будет возможно, потому что все-таки это определенная часть игры, и ей надо уделять время. То есть я понимаю, что, может быть, вам это не очень нравится, но я считаю, что лучше изменить свой подход к этой игре. И где надо будет, я буду побольше заниматься исследованием всего, что можно. Пожалуйста, не говорите громко в этой комнате. Да, конечно, в библиотеке надо быть тихим, мы знаем. На этом корабле есть огромная коллекция книг. Интересно, какую бы прочитать первой? Я тоже какую-то книжку прочитаю? О, да, даже здесь реально есть книга. На книжной полке есть главы из Корнелии. Серьезно? Вау! Слушайте, прикольно. Они засунули сюда книги из первой части. Вау, классно. Офигительно. Вы помните, мы их собирали в первой части, чтобы обменять потом на оружие. Слушайте, а может быть здесь и Гэмблер Джек есть? Я бы не удивился. На самом деле, эта серия книг довольно символична для этой части, но... Я не буду говорить, почему. Может быть, вы сами скоро поймете. Впрочем, я не знаю. Нет, я не буду читать эти книги, их просто пролистаю, потому что... Возможно, нам дадут за это ачивку. Я их просто пролистаю.
Не, больше мы здесь ничего почитать не можем, к сожалению. А жаль, ну ладно. Похоже, что... Не, я не могу отдохнуть на борту этого корабля. Все здесь такое роскошное и прекрасное. Для такого старика, как я, это слишком. Да ладно вам. Обычный корабль, что такого-то? Ну, ладно, не очень обычный. Скорее, это как дворец в воздухе, что довольно прикольно выглядит, можно заметить. Вы говорите о том, когда они не могут дозволить Орбанты внезапно... А, вы говорите о том случае, когда вдруг все не смогли использовать Орбанты на южной границе Рибонии. Я слышал, что даже поезда и межнациональные полеты были приостановлены из-за этого. Причем я понятия не имел, что стало причиной. Я не могу представить, что что-либо было настолько серьезным, по крайней мере. Ха. Да, дружок, ты явно плохо знаешь то, что было до этого. Впрочем, может быть, даже к лучшему, что ты не знаешь, что там было. Да, кстати, ачивки в Trails of the Sky the Third рисовала... Эмблемы к ачивкам рисовала российская художница, за что ей большое спасибо. Она тоже большая поклонница Trails of the Sky. Ну, не только Trails of the Sky, в принципе, Trails. Есть слухи о том, что новое оружие было разработано... Это что причиной было новое оружие, разработанное армией Либерла. По крайней мере, это звучит наиболее серьезно для меня. Впрочем, довольно сложно поверить, так как правительство запретило разговор обо всем этом после того, как это произошло. А без любого официального объявления по этому поводу, все, что нам остается, это слухи. Ну, мы бы, конечно, могли вам рассказать, что там произошло, но вы все равно не поверите, правильно? Правильно, поэтому мы пойдем дальше. Здрасте. Ох, простите меня, пожалуйста. Я полагаю, что вы должны быть приглашенный гость. Вечеринка в комнате в конце этого коридора, если у вас трудности с тем, чтобы найти путь. Спасибо вам, мисс. Всегда будьте вежливыми, дорогие зрители. Это очень важно. Сообщение. Помните, что есть только одна истина. Любовь вечна. Да-да-да-да-да. Именно это я и хотел сказать, но... Обойдемся без этого. Вы прогуливаетесь по кораблю, сэр? Если так, то я могу предложить вам пройти по лестнице вверх и выйти на главную палубу. Мне кажется, что полюбоваться звездами там, наслаждаясь ночным бризом, это особо хорошо расслабляет и позволяет провести время. Спасибо, наверное, так мы и поступим. Воу, казино, серьезно? Ну-ка, а поиграть можно? Пожалуйста, наслаждайтесь вашим временем. Впрочем, не сильно увлекайтесь играми. Всем нужно наслаждаться в разумных пределах. Да, спасибо. Я поставлю на черное. В этот раз точно будет черное. 5 раз подряд было красное. Следующее точно должно быть черным. Определенно. Братан, тебе выпадет дабл зеро, я гарантирую это, ага. Просто вот. Наверняка. А, тратить деньги это. Когда ты тратишь деньги, ты веселишься, понимаешь? Неважно, проигрываешь ты или выигрываешь, это все ненужные детали. Все, что нужно сосредоточиться, это... Все, на чем нужно сосредоточиться, это сам факт траты. Серьезно? Люди, которые помешаны на победе превыше всего, это просто дураки, у которых нет права находиться здесь. Сложная философия. Надо об этом будет подумать. Но, наверное, я не пойму, потому что я недостаточно богат для этого. Ладно, время сделать мою ставку. Я поставлю 300 тысяч мира на красное 21. Лол. Разумный выбор. Чувак, ты явно знаешь, как тратить деньги. Окей. На эти деньги можно купить что? Я не знаю. Не знаю даже. Что можно купить на 300 тысяч мира? У меня нет идей. Ладно, неважно. Я не очень хорошо знаю местную валюту, но... Я 300 тысяч мир не скопил даже за всю предыдущую игру. Камон! Вообще при всем желании. Надеюсь, вам нравится здесь. Да, спасибо.
Этот клуб является частью цепочки Алиси высококлассных клубов, которые... главный филиал которых находится в столице. И вам нужно ожидать, что их, ну, как бы те, кто здесь работают, вытренированы для до высочайшего класса, и вы будете правы. И говоря о высочайшем классе, возможно, я бы предложил вам сейчас отпить вина. Нет, спасибо, я откажусь. Я на работе. Что же, это определенно заслуженная победа с вашей стороны. Легко, можно заметить, что вы действительно ветеран в этом, когда дело касается карточных игр. Что вы будете делать теперь, сэр? Вы тоже неплохо играете. Что же, как насчет еще одной игры? Я только за. Мешают карты. Мешают карты. А, здрасте. Не хотите партиечку? Нет, спасибо. Игровые автоматы? Прикольно. Полагаю, что вечеринка в той комнате в конце коридора сейчас в самом разгаре. Просто смотрите, однажды я буду богатым и знаменитым, и достаточно знаменитым, чтобы посещать подобные вечеринки тоже. Ну да, конечно. Вы случайно не приглашенный гость? Если да, то мы с радостью обслужим вас как официального члена этого клуба. Потом, пожалуйста, наслаждайтесь и воспользуйтесь всеми местными предложениями. Привет, Михаил. Добро пожаловать на стрим. У нас тут еще есть... О, два сундука. Ау. Пригодится. Нам нужно поговорить. Не сегодня, а лучше вообще никогда. Я не хочу говорить с тобой, пожалуйста. Свежая сосна. Люблю запах свежей сосны, кстати. Послушай, сынок, я потратил все те небольшие деньги, которые у нас были, чтобы попасть на этот корабль сегодня. Это жизнь богатых людей, которые управляют нашей страной. Запомни это зрелище, запечатлей это зрелище в своей памяти и никогда не забывай его. Я рассчитываю на тебя и... что ты... достигнешь большего успеха, чем я, когда станешь старше. И сделаешь мою старую жизнь, ну, сделаешь остаток моей жизни проще. Достойно, достойно. То есть ты хочешь, чтобы я вырос, стал солдатом и стал знаменитым и богатым, правильно? Если благодаря этому я смогу проводить свое время на прекрасных кораблях вроде этого, то, конечно, это очень круто. Ну, слушайте, у отца неплохая мотивация в этом плане для сыночка. Плохо. Эй, я, ну, типа, нашла приглашение на эту костюмированную вечеринку, которая сейчас происходит. Что мне нужно с этим делать? Дура, зачем оно тебе? Это только для супербогатых людей в первоклассных комнатах, не то, что мы. Но все же. Это герб Рибони, да, насколько я могу видеть? Красивый конь. Простите, но эта лестница случайно не ведет на обозревательную площадку. О, да, конечно, да. Пожалуйста, проходите. Ха-ха, спасибо. Да, действительно, спасибо. Туда. Ау, это было громко. Упс, не туда. Мне нужно пойти по лестнице наверх. Ладно. Не знаю, я просто хотел туда сходить. Но нельзя так нельзя. Ладно. Можно поинтересоваться, как... что вы тут делаете? Если вы ищете обязательную площадку, то вы можете пройти туда через вон те двери. Если вам нужно добраться до места, где сейчас вечеринка, то, впрочем, вам нужно спуститься вниз по лестнице. Да, спасибо. Спасибо, привет, Аномалия, добро пожаловать на стрим. Окяк-сама, доука насаймаштака? Могу вам помочь, сэр? Я... нандемнай. А, нет, простите. Туда нас не пустят, судя по всему, да? А жаль. Значит, это новый пассажирский авиалайнер, новая модель. Это пассажирский авиалайнер новой модели, который я так много слышал. Не могу сказать, что я знаком со звуком его двигателя. Дуяра, 新型のようですね.
Наверное, тоже новая модель. Коно-отоко, мега миенайнока. Может быть, это человек слепой? Вау, кстати, об этом я не подумал, Кевин. И у нас, однако, молодец. Умный. Попрошу, чего еще от него ожидать? Ах, Люзитания, почему же так прекрасно? Я желаю, чтобы твоя максимальная скорость была несколько быстрее, чем 1000 аргов в час. Впрочем, ничто не может сравниться с ее размерами. Вместить на борту 1000 людей — это то, чем могут похвастать не каждый корабль. 1000 людей на борту. Однако, это реально много. Это как какой-нибудь круизный лайнер, который вот нас по морям колесят, например, такого же размера, наверное. Прости, что позвал тебя сюда из ниоткуда, но я так хотел встретиться с тобой. Но ты пришел сюда через весь корабль только для этого? Ты знаешь, что случится, если мой отец узнает о тебе, это правда? Я так благодарна, что я смогла увидеться с тобой здесь. Поистине, я счастлива, но если отец узнает... Извечная проблема, да. Там мне дел нет. Лучше вернуться назад, обратно к работе. Ну да. Закрыто. Спасибо. Так, это нам что, туда что ли идти? Через стражников? Мне это не нравится. О-кяк-сама, о-мачио. Стоять на месте. Коно-саки ва шужин Конрада но прайвейто рума ни наримас. Это лестница ведет в частный покой сэра Конрада. Дока о-хикитори кудасай. Боюсь, что я вынужден попросить вас уйти. О-якуме го-куро. Я так и подумал, что это скажет. Скажи, кими-тачи мо унга варый на. Впрочем, прошу прощения. Для вас это не очень удачный день. Чё? Нанно цмори? Чё вы творите? Оу! Рёхэй кузуре то итта токоро ка. Похоже, что я имею дело с группой отбросов егерей. Коно тэйдо но рэндо нара, саходо кроу шинакуте сумисо да. Впрочем, не похоже, что они хорошо натренированы. Похоже, это будет легко. Ицмо коно край рак нара таскарун дага не. Хотелось бы, чтобы каждая работа была настолько же простой. Ну да, согласен с тобой, Кевин. Простая работа — это всегда приятно. Хорошие покои, ничего не скажешь. Большие. Муда не гоусэ на хэя да на. Вау. И только столько разговоров о бесполезной роскоши. Сате, доко ни какуште агу? Ладно, где же он спрятал его? А? Нет, наверное, нет, не нужно. Счастливо, Пандора. Заходи еще. Угол этого ковра подозрительно загнут. Наступить на него? Да. Конечно. Свитчка. Что ж, вот только посмотрите на это. Доуяра, хитоцу даке дева насасо да. И подумай, и скорее всего это не единственный. А, скорее всего. За столом находится своего рода переключатель. Нажать на него? Да, конечно. Сате, о цуги ва. Что может пойти не так? Так, где же следующий? Здесь? На ручке дивана находится переключатель. Нажать на него? Да, конечно. Ага, все переключатели были... Фейк. Были отменены. Похоже, это было подделка. Яре-яре. Тэно-конда готово штекрэру. Ну что ж, надо ждать, что они не сделают это просто. Ну да, действительно. Ладно, начнем сначала. Доуяра, хитоц... Сате, оцуги...
Может быть, здесь? За вазой под вазой находится своего рода переключатель. Нажать на него, конечно. Мадарна. Сомневаюсь, что это последний. О, здесь, наверное. Внутри горшка находится подозрительная кнопка. Нажать на нее, конечно. А, как удобно. Неплохо, неплохо. Но так избито с другой стороны. Ояксок тою яцу да на. А вот и она. Коко маде ёсоу доури нараба. Осораку. До сих пор все было примерно так, как я ожидал, а это значит... Вау. На... Здесь находится панель с кнопками, на которых написаны буквы. Здесь требуется своего рода пароль. Кано-се-то-ште-ва. Интересно. Ну, в принципе, догадаться о том, какой здесь пароль, можно и не играя в первые две игры, но во второй игре мы видели этот пароль, в принципе. Ну, да. Довольно странно, что он здесь. Яхарина. Мне кажется, что это ж неспроста. Не зря эти пароли совпадают. Но, впрочем, кто знает. Я так и думал. Конкайно таргетто. Денчуга барамайта омочано каносэйга такасо да. Похоже, что в этот раз моя цель — это одна из игрушек, которую наши друзья решили раздать ради развлечения. Ты хочешь сказать, что вот то, что здесь лежит, это как-то связано с сообществом? Серьезно? Я бы, конечно, не удивился, но... Окей. Гушано рокетто. Подвеска шута. Миницкереба тайтэй но усо о айте ни синджисасэру кото га декиру. Киндан но артефакто но хитоцу ка. Запрещенный артефакт, который позволяет его носителю говорить наиболее, ну, самую очевидную ложь, выдавать самую очевидную ложь за истину. Яре, яре. Буки шоунин фузэй га дай сорета моно. Определенно не та вещь, который должен обладать делец оружием. О том, как Кевин выберется из этой западни, дорогие зрители, мы с вами узнаем в следующей серии. Пока ждем прощаться. Большое спасибо за внимание, уважаемые зрители. Удачи вам всем и новых встреч на новых сериях. С вами Сатскай, The Third. Увидимся.